Теперь, когда стало совершенно ясно, что сестры злоумышляют против него, нам придется начать охоту на ведьм. Отныне мы будем проверять их одну за другой. Ибо если в корзине испортилась одна рыба, значит скоро испортится вся. Если окажется, что сестра необратимо поражена порчей ереси или лелеет преступные замыслы, мы приговорим ее к смерти. Страшно убивать любимых сестер, но иного выхода нет. Пусть останется только две или три самых послушных и робких. Пусть приток цвета сократится в четверо, но рай сохранится. Сохранится прежняя жизнь, и от него, прежнего, останется хотя бы что-то. Мы приступаем. Выбираем сестер одну за другой, вызываем их братьев и начинаем дознание. Тебе, младший, лучше бы не видеть этого избиения. Прости, что твое учение началось в такой ужасный момент. Я стану твоим путеводным огнем. Не бойся смерти. Смерти нет. Враг не вынесет твоего гнева. Я стану твоим. Я принесу тебе удачу. Я цвет твоей силы и славы. Серебро, пурпур,
Сердце опустело. Следи за собой. Сердце опустело. Следи за собой. Сердце опустело, цвет лежит в руке.